Трое мужчин из Дагестана, жестоко избивших в московском метро мужчину, заступившегося за девушку, приговорены к срокам от 8,5 до 12 лет лишения свободы. Магомали Ханмагомедову назначили 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по статьям о покушении на убийство, применении насилия в отношении представителя власти и об оскорблении представителя власти. Ибрагим Мусалаев признан виновным в покушении на убийство, а также в нападении на полицейского и в угрозе убийством. Он отправится в колонию на 11 лет строгого режима. Третий фигурант дела Гасан Залибеков признан виновным только в попытке убийства, ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Наряду с этим всем осужденным назначили ограничение свободы на 1 год. Инцидент произошел в октябре 2021 года. По версии следствия, Магомали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков, находясь в вагоне поезда метро, нецензурно высказывались в адрес женщины и угрожали насилием. Один из пассажиров, 25-летний Роман Ковалев, решил заступиться за девушку и сделал им замечание, после чего был зверски избит. Его били ногами прямо в лицо. В итоге Ковалев провел в больнице 2 недели.